Так, ты скинь, просто не бери трубку, так, Коля. Ладно, привет всем. В эфире 6 секунд уже. Сделай беззвучный режим. Так, как это мне получится выглядеть? Поздоровайся, Саня, с пацанами, со всеми. Че, уже пошло? Вроде, да. Ну, я же 100 лет не стримил на это. Всем привет. Здорово, ребята. И девочки. И девочки тоже. Сегодня у нас... Хэви метал у нас сегодня. О, пишут уже, смотри, нифига себе. Че, пишут? Все пишут. Они пишут, это подсоединяются к трансляции. На-ка, Коля, ловни туда. Давай. Сегодня мы с Коляном зашли это в бар. В шаверму местную. Шаверма. Шаверма патруль у нас. И... Татарская еда. И это... Мы любим татарскую еду. Сейчас, Коля, пойдем снимать телефон. Коля, покажите пацанам телефон. Китайский. А ты его можешь снимать? Телефон-то, кстати, ништяк. Вот. Коля уже давно его использует. Так, нормально. Ну, 10 Pro. Сейчас мы обзор снимем и на лайв-канале в выходные закинем. Я такой же хочу. Хотя нахер он мне нужен. Орехи можно кого-то. Здравствуйте, господа. Сейчас мы позавтракаем. Эти-то прекрасные парни поужинали и позавтракали. Я еще вообще маковой росинки не бывало во рту. Расскажи, Коля, пацанам. Трудился, пацан, трудился всю ночь. Где ты был? Я что, дома? Ребята, я дома был. Да, кстати. Диме с тобой интересовались, приехал. Мы заходили. С картами. 5 ампер. Сейчас, Вадим, надолго. А это что такое? Что, смотри, 12 вот, Дима. Че, спрашивают, Николай вернулся, расскажи что-нибудь. Николай... А, вернулся? А я никуда не уходил, ребят. Ты че, Николай? У нас же этот. В тайгу ходил медведя брать. 222 человека смотрит. О, нормально. Медведь его взял. Привет всем, ребята, всем 222 человека, привет. 202. Живы мы, здоровы, вот, все. Коля. 222. Опять причащаться. А, да, маленько. О, а я хуй. Дима мне купил. Извините за мат. Зажал, зажал. 100 грамм взял, я говорю, бери стакан. Давайте, ребята, за вашу удачу. Давай, Коля, телефон разыграем твой, пацанам. Пацаны, надо телефон, сейчас разыграем. Прямо а я-то с чем буду ходить, Дима? Хер с ним, без телефона, главное, пацанам телефон. А как я тебе звонить-то буду, ты что? Так я заберу у него просто. Сейчас один вопрос один. Сейчас заберешь. Я заберу у него, да все. Я так-то в личном тоже воспитывался. Ты за ним убирал сегодня, спрашивают? Че за чушь? Выпивал я. Речь Лаврова где-то транслируют. Саня, пишу. Как? Тёха пишут-то. Лавров где-то выступает. О, здорово, мужики. Здорово, здорово. Кто такой Лавров? Привет из Москвы, парни. Здорово, Москва. Самара, привет. Ребята, ребята. Живы мы, здоровы. Респект. В шурме два дня, не свежая. Но есть и можно. Ну, укусить. Сто лет-то у тебя теплый. Да, ты там с телками стрёмными целовался, а потом... У Димы теплый. Я не целуюсь вообще с телками. Москве, привет. Батя, хорош бухать мне. Илюха, наверное, сын пишет. Да я что, к Диме в гости приехал, Илюх. А, смотри на нас, смотри. Удмуртия, Челябинск, Рязань, Ленинградская область. Из Ленинградской области, привет, да. Псков тут. Вся Россия, матушка. Иваново, привет, ребята. Иваново. Пользуясь случаем, задавайте вопросы. Да. Пользуясь случаем, сейчас пойдем. Хожу, хочу передать привет своим односельчанам. Вишкарлу. Местным оленям, что ли? Ну, хорошо. О, Казань, привет, ребята. Ух, это. Не, нормально, сидим, все у нас. Лохабар. Жрать только охота. Да. А Дима, что он, кискоман, он все время жрет. Сухарики. Я говорю, ешь суп. Не, суп не ест. Суп я тоже не ем. У нас да вы что? Беда, господа. Беда. Пришла новый администратор, глава администрации. О-о-о. И закрывает у нас спортзал. О, это плохо, Дим. Мотивирует тем, что сейчас платите арендную плату и платите за электричество. Я говорю, так это же социальная программа спортзал-то. С 96-го года он существует. Решила закрыть. Так что буду освещать все эти вопросы. Если бы вот, я ребята, там короче, спортзал держал, у молодежи единственная радость сделали, да? Ходить в спортзал, там позаниматься немного. И закрывают. Угу. Я ведь тренировал, ребятишек. Ну, Дима добьется все равно, нормально все будет. А, может. Че, как жизнь, пацаны, нормальная жизнь? Там что-то тебя спросили, видел ли Прокоп? Материалы разные смотришь? Да, видел я все. Все видел я, пацаны, все знаю. Писал уже многие. Менту этому даже с аэропорта написал. Как его фамилия-то? А, я не буду говорить. Вроде, ты че, подонок, делаешь-то? Мы же тебя завалим. Я, в общем, сейчас знаю его имя, фамилию, где он работает.
На стриме шепну, кому надо, и на сайт МВД Кировский. Заяву на него черканем. Ну, анонимочку. Ну, там не анонимочку, представимся, кто такие. Чё-то я не буду заяву писать, честное слово. А мы чужими руками. А, и пускай его с работы турнут. Я ни одной заявы не писал. Не писал. Гадит гад. Ну, он, наверное, осознал, мне кажется. Если бы узнал, видео бы убрал. А что мне на морду летят вот эти вот штучки? Вот это лайк, тебе нравится? А мне писали что-то, Димана. Это я нравлюсь кому-то, ну, да? Лайки. Во! Вот, смотри. Привет, Сунгура. Чем круче, да, тем лучше. Смотри, мне лето. Матвей Шатров, привет тебе. Здорово, братуха. Пинпойнтер новый мы видели. Такой он интересный пинпойнтер. Два вида же там их еще. Спасибо, ребята, за лайки. О, привет, соседи, мы из Мариэл. А, Мариэл. Мариэл, что? Привет, привет, пацаны. Почти Европа. Кушать хочется. А, смотри, лайки мне. Калининград с нами. Дима, сколько смотрят? Смотри, мне любят как. Тебя любят. Так это в мою сторону или в вашу? Твою, Саня, тебе. Саня, великан. У нас за сколи нету, видишь, у тебя. Спасибо, ребята. Все, Саня, чё? Аллах Абад. Крым даже здесь, я скол старый. Смотри, меня любят, как у тебя в сайте. Белоруссия, привет. Сука, я же, смотри, я когда смотрю в зеркало, ребята. Дочка родилась, Коля, поздравь. О, поздравляю. И оно потеет, когда я смотрю на свое отражение. Брагодел. В носках, наверное, делал, дочь родилась. Ну, дочь, это очень хорошо. У меня сын бестолковый. Слышишь меня? Не. Сынуля. Ты че? Шаверна шурма. Ребята, у нас армян, тут дело. Нормально делает? Да, мы пока замечания ему не сделали, блин, когда он мясо начал мало ложить. Он начал делать как начало. Из курицы. А еще шашлык делать. Если шашлык полежит 2 дня, уже такой несвежий, он из нее тоже шурму делает. Шурма из шашлыка вкуснее гораздо, чем из курицы, между прочим. А плов куриный у него. Я как плов говно. Плов куриный. Прошу, где пиво? Калямба, вообще, здорово, блин, пишут. Жрешь, блин. Здорово. Не понимаешь. Не, нормально так. Быстро. Англия тоже привет. Мы не успеваем, по телефону неудобно. Да. Не, нормально. Надо камеру было. Я просто мелко вижу. Камеру надо. Я не вижу ни хера, что пишут. Не, я издалека-то вижу. Ты на ощупь читай. На ощупь? Я тут нащупаю. Колян, прекращай пить, пишу. Как? Колян, прекращай пить. Че ты про свой телефон, Коля, расскажешь? Нормальный телефон, мне нравится. Орехи можно, пацаны. Вот он, телефон. Ты нафига его? Витя выпросил, скажи. Так получилось, что нужен телефон. Взял, попросил, ты же мне ссылку кинул. У тебя же 3 телефона было. Какие 3? Они все сдохли. Samsung 3. Он сдох. Nova 20. Он сдох. Тоже Nova 20 умер. Умер? Че, у него экран был разбит. Так зачем, в магазин его кидал? А, 20-е это? Он у меня как модем работает. 20-й. Надо было облицом. Белоруссии тоже привет. Модем? Белоруссию вообще уважаю. Блящие древнечеловеческие костенки. Белоруссия это, блин, вообще это страна. Про древних людей мы ничего не скажем. Это центр Европы. Это центр. Что почему сказать, смайлики в мою сторону летят, а не в вашу? Когда в зеркало, Саня, смотришь. Как жизнь, пацаны? Нормально жизнь, ребята? Привет от самогонщиков. Здесь газ в области. Самогонщики, привет. Самогонщики. Пошли мы к самогону маленькому с Саней хоть. О, да. Это а вы что это? Предложение хорошее. На работе смотрите стрим-то или сегодня у вас выходные? Когда, говорит, добьешь проклятую яму? Видео уже, пацаны, вышло про проклятую яму-то. Вода отойдет. Что там золото на каждом шагу? Берем. И железа еще много. Не можем вычерпать. Ты что, дожрал его, что ли? Вторая смена у людей, видишь? Голодишь. Вторая смена, каникулы. На работе он тоже трудимся. Трудится. Каникулы. Благородина, да. ВВП. Шурма у нас стоит 100 рублей. Очень вкусная. В тот раз он стал мясо благо ложить. Я говорю, я у тебя покупать не буду. Если бы у меня была шурма, я бы вроде нормально поделился. Дай откусить. Жалко, что ты не мое место. Жаль, что у тебя нет шурмы. Да? Нормально. Я не знаю. Жизнь не равна, ребята. Про эту спросили, про набережную Москву, я хер знаю. На работе смотри, вон пацаны на работе смотрят. Интересно, что будет? Все, Димон дожрал. Ой, я такой сейчас счастливый человек стал, Саня.
Чего ты брюхо набил? Бутербродик съел. Щеки освободи. Супчику поесть и борща со сметанкой. Щеки освободи. Снег у нас растаял, пацаны, за ночь. Лежал 3-4. Сколько не лежал? Неделю, наверное? Неделю, наверное. Все, лужи стоят. Все. Грязь. Да. Грязище. Может, на коп поедем. Я Коля говорю, бери металлоискатель, пошли в парке искать. Скользко, грязно. Я приехал, да по-другому делают. В машине вот сидит Андрей. Да польский. Смотрит. В пробке, что ли, сидишь? Привет, привет. Ребята, всем привет. У вас там пробки одни, а у нас тут ни хера нет. Коля, здорово. Чего ты лёгкую обратно поставил? Рома, привет. Здесь пускай стоит. Я на крест. У нас тут грязь. Грязь. Лякоть и света. О, Оричи с нами. Оричи, привет, пацаны. Оричи, богатые места. У вас там золота очень много. Наши земляки. Оричи, что там, не бывало. Мы не были там. Казахстан. Может быть, съездим. Шашку 30-х годов нашел. Нахер она шашка-то нужна? Нож можно сделать чу. Нож где можно купить хороший, я знаю где. О! Любой армейский нож, ребята, шашка кому старинная. Надо, обращайтесь. Дам адрес за не символическую плату. Да мы знаем, что Кировская область. Привет, привет. О, Света Фомина, привет. Мы тут не успеваем читать, потому что телефончик маленький, чат быстро. Колбасу можно резать шашкой, говорю. Я вообще ни хера не вижу, что можно писать. Козлятинку еще можно шашкой тоже рубить. Че, мне кто не хочет что-нибудь говорить? Не, я не смотрю новые фильмы. Чик-чик. Да про снег расскажу, что давно расставил у людей. Запорожье, привет. Реально приехать к вам бухнуть. Коляну вина бери, вон баню тебя истопит. Бухнуть! Если ты живешь в Кировской области. Камон, камон. Давай, приезжай. Бухнем, блин, вообще. Телефон Кальм подари. О, мне самому подарили, я не знаю, как с ним. Подарили. Я слышал эту историю, как ему подарили его. За Собчак, Коля, будешь голосовать? Не, не буду. А за кого пойдешь? Не знаю. Я свою кандидатуру выдвину. А че, я тоже сам за себя. Анастасия Соловьева, привет. Алям-алям. Стадион Вельгий перекопали. Ну, мы там много монет извлекли. Ну, там еще есть. У нас еще парк есть, между прочим. И есть это парковая зона около реки. Там тоже есть. Там где-то доллар серебряный валяется. Найти все ее не можем. Саня бензин у нас потерял в 70-х годах. Он сказал, что на стадионе потерял. На стадионе вот здесь снизу катаются на лыжах, так говорю. В школе на лыжах катались. Ну, мы там ходили с тобой? Да там трава. Блин, ни хера не вижу. Саня, тебе надо Хабушерлока Холмса лупу. Походу, да. Тебе телефон надо, Саня, китайцы тебе обещают. Пусть китайцы, давай, давай. Саня, телефон подгонят. Китайцы, подгоните, Саня, телефон. Обязательно надо, я хоть буду с вами в контакте. А что, не на ютубе стрим, а хрен знает. На ютубе вчера этот ролик вышел, так если я сейчас стрим заведу, он этот стрим перекроет ролик. Маркетинг, в общем. Надо, чтобы про шкатулочку немного просмотров набрало. А какой ты ролик вчера выкинул? Шкатулка-то волшебная. Ну, ты что, не смотрел, уже что ли? Получил посылочку. Ты что, волшебная там, блин, 300. Канал, для русских было 300, да? Ладно, 300 сегментов. Я гляну, нормально. Для этих как 100, обычно, 100. Диме дизлайк поставлю. Что, я все ему дизлайки ставлю постоянно. Так ты когда начал Коля, собирать? Коля, меня постоянно обижают. А я все вчера уже показал. Собрал? Да. И что, нормально, да? Замок работает? Все, покажу. Дима, не обижается. Понял. Нормально. Рома Красюков за Навального идет голосовать. За Навального. Его не допускают кандидатуру Навального к выборам-то. Ты че, Рома? Да его, как Немцова сказал. Когда видос о рыбалке. О, когда хрен его знает. У меня рыбалка есть, между прочим, Коля. Да. Нормально. Шлепну его. Блин. Воскресенье, да, может, да. Выкину. А может, не воскресенье, следующий. Не знаю. Да, ставочку там сделай небольшую. Там. Анонс. Да, пару рыбин поймал я там. Ага. Ну, можно и трешку сделать. Рыба. Что за... Уй, слева. Че, не узнал меня или что? Я слева-то вроде бы. А, нет, зеркально вижу. Вот это уй так. Уй! Че я уй, да? Это Саня Велика. А че за уй спрашивает? Уй! 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 Новое видео на канале, ребята, будут. Ты вообще, ребята, блин, первый раз. Коля, когда новое видео на канале? Ребят, что-нибудь сниму, покажу. У нас же нету графиков-то. Казани, привет тоже. Казань, привет. Казань, привет. Земляки, здорово. На лайв-то канале постоянно, ребят, будут, так что на лайв-канал подписывайтесь, я там все лью, там что в голову придет, все заливаю. Там еще, между прочим, уже интервью отснял с Димой, помните, Дима-то сидел? Ну, Дима этот людоед-то у нас ходит, хромой-то. А, ну, но... Олег Ермаков, о, Олег Ермаков, привет, Олег! Иначе я его называл. Олег Ермаков, это поезд золота. А у меня вчера, шестой марта получил. Привет. Золото покажете? С Тамбова. Вон коллегу на канал заходите. Да, коллегу на канал заходите. Он там постоянно золото покажет. В поиске золота.
Не, клада. В поиске клада. Ребят, подписывайтесь. Вот такой нормально у него там все четко. Вред из бутинок. Где такие, Коля, бутинки? Ой, не знаю, бутинки где. Бутинок. Все, ну привет, ребята. Зашли на почту, отправили кое-что сейчас еще в Москву. Москвичи, ждите, подарки идут вам. Нормальные такие подарки. Даешь коленов губернатору, работать не надо, деньги лопатой. Да и лично же пропиарено. Не, я не пойду туда, да. А че? Да иди-ка ты. Вон Санин, губернатор. Я напугаю всех жителей. Колян, ты что, трезвый? А че Дима не покупает мне нифига? Зажал. Че, Дима, не спонсор? Спонсор. Все деньги сейчас ушли на Москву. Дима, спонсор. Мне пришел, в общем, блок. Я же от одного блока запитал две камеры, и что-то хер знает, там 1.5 ампера у меня. Я думаю, пойди, плохо тянет. Взял 5-амперный. Сейчас переключу дома. Все. У меня еще один, между прочим, идет на дело. Что, думаешь, получится? У меня же еще, знаете, ИК-прожекторы идут, здоровенные, чтобы всю улицу ночью освещали. Ну, эти, ночного видения. Нахуй, ну. Даешь Диму в мэр. Будешь мэром, Дим? Буду, только взяточником. И казнокрадом. Да, казнокрадом. Я помогу тебе еще. Я тоже буду там участвовать. Подарок. Потом мы все украдем сразу. Все сваруем, на. Все, господа, мы по чайку попили. Все прощайтесь. Пойдем мы ролик снимать с Коляном. Да. Покажите, Коля, телефон. А что вы сваливаете? А что тут сидеть-то? Что-то скайп хороший, короткий. О, скайп короткий сегодня. Номи 10 Pro. Сейчас пойдем его. Разобьем у Коли его. Товарищи, мне поколотим, пришлите немного. Такой же. Это Илюха приклеивал, неправильно. Я вам тоже буду посылать великие ролики. Че ты пацана достал? Фирма АК, будет ли обзор? Спрашиваю. Хер я знаю. Не, если пришлют АК, сделаем обзор. Тебе нравится, не сделаем. Да, мне пойдет такой. Пойдет. Держи. Ну, а дело, что он железный, на. Все, спасибо, кто смотрел. Резиновый. Иногда будут такие у нас... спортивные включения не запланированные бывать иногда на канале, иногда на лайве, где на группе, может, на основном, когда нас арестуют, да, будем из СИЗО делать. Ну, мне в тюрьме не привыкать. Мне тоже. Москва, ну, Москва, привет. С Колей часто переписываюсь. Так давай прощайся, Коля, или сидим. Ладно, будем. Ребят, давайте. Давай потом уж мы... Заходите в контакт. А что ты Саше Великану ни одного, блин, сообщения? На. Полина, как привет. Как это Саше Великану писали много? Здорово, Саня, очкарик написали. Все, давайте, господа, мы пойдем поработаем немножко у нас тут. На съемочке сделать. Плюс... Коля, не уходи, давай что-нибудь поедим. Сейчас вода-то растаяла, все оттаяло у нас. У меня надо там, у домика у меня пруд есть, надо его на зиму выкачать, насос бросить. Вот. Ну, чтобы зимой почвы не пучило, чтобы вода ушла. Всем пока, удачи, если что, пишите письма мелким почерком. Heavy metal. Я тут, Саня, выключать стрим. Включай. Вот этот, пока, наверное, ребята. Да.